Тихон. Здравствуйте, я опять с вами. Мы нашли место, более свежее место, и нашли плотину бобру. Плотину мы шли оттуда, увидели сначала дерево спиленное новое, потом уже заметили плотину. Обратите внимание, тут вода выше, тут вода ниже. Это такая, так сказать, иллюзия. Это плотина. Приходите в это место, село Гудово, за нашим домом. Дом такой вот, с малиновой крышей. Так что приходите. До свидания.